Борьба с COVID-19 продолжается. Медики подчеркивают, что самый действенный способ обезопасить себя от тяжелого течения болезни и риска летального исхода – вакцинация. С начала пандемии общее число хасанцев с подтвержденным диагнозом составляет более 2500 человек. На данный момент болеют около 300 жителей района, 20 из них – дети. В ковидном отделении Хасанской районной больницы курс лечения от инфекции проходят 27 человек. Большинство из них находятся на дополнительной кислородной поддержке. Ситуация достаточно серьезная. Плюс к этому течение заболевания отличается от того, что было в прошлом году. Заболевание протекает более серьезно. Чаще встречаются осложнения заболевания. Тяжелые и средние тяжести формы встречаются тоже чаще. И болеть стал более молодой контингент. Как отмечают медики, если раньше молодые люди болели коронавирусом в основном в легкой форме и летальных исходов не было, то в этом году уже зафиксированы такие факты. Я настоятельно рекомендую нашему населению обратить на эти факторы внимание. Это совершенно объективная картина для того, чтобы принять для себя правильное решение в отношении вакцинации. И особенно тем, кому 60+. Вот здесь смертность на порядок выше и летальность. По-прежнему особенному риску в ситуации с распространением коронавируса подвержены пожилые люди. У них чаще всего возникают осложнения от перенесенной инфекции. Отдаленные последствия заболевания в виде осложнений – инфаркты, инсульты, тромбоэмболические осложнения в нижних конечностях встречаются гораздо чаще. Тем временем в Хасанском районе продолжается прививочная кампания. По уровню вакцинации Хасанский район занимает одно из ведущих мест среди муниципальных образований Приморского края. Однако его недостаточно для формирования массового иммунитета против опасного заболевания. Присоединиться к ней может каждый, кто еще не вакцинировался против COVID-19. Мы готовы сегодня прививать. У нас постоянно работает прививочный кабинет стационарный в поликлинике. Это включая субботние дни. У нас выездная бригада работает на площади перед администрацией Хасанского муниципального района. И мы по графику ездим по всему району. Узнать график работы выездной бригады можно у врача-терапевта или фельдшера в медучреждении поселения. Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. В Славянке записаться на прививку можно, позвонив в регистратуру Хасанской районной больницы по телефону 47 096. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов, новости Славянки.